Ты помнишь, друг, как я назад 3 года в Москве с утра к тебе ворвался в дом? И сколько бы мы ни пили в ту погоду, дай бог, чтобы было так всегда, вверх дном. Южанин, был я в ту метель простужен. И как же ты ругал меня, корил, что даже пусть я сам себе не нужен, тебе я нужен. Так ты говорил. Сняв телогрейку, теплую от тела, ее мне по-солдатски подарил. Простуженный поэт, дрянное дело, не смей болеть. Так ты мне говорил. И голос твой, как огонек за вьюгой, не позабуду я, пока живу. Пусть будет щепкою подарок друга, я с этой щепкою моря переплыву. Когда теперь с ружьем в степи шагаю, и зимний холод режет, как стекло, я сразу телогрейку надеваю, хранящую еще твое тепло. Когда в боку ударит норд весенний, и с легкими начнется канитель, и все родные хором, нет спасения, зовут врачей, чтобы ложить меня в постель, я надеваю телогрейку эту, и в ней сижу прямо у огня. Каких еще врачей искать по свету, когда ты взялся вылечить меня? Самет Бургун. Стихотворение «Телогрейка». И, ребята, давайте сегодня приоткроем и окунемся в одну из страничек нашей истории. 1906 год.
Всего каких-нибудь 100 лет Самет мелькнула на земле, и века огненного след среди иных комет и мет восходит к Богу дорогой вечной. Гаснет день, и новый век бросает тень на наши лица. Иной поэт, иной достан слагает севший у стола, и рифма с белого листа взлетает птицы. Иной язык, иной наряд, иной у времени расклад, а кто был прав, кто виноват, решать потомкам. Да не судимо будем мы среди грядущей кутерьмы, за то, как жили-были мы на стыках лета и зимы, за день, за ночь, за строки своей надежды и тоски. Луною серебрит виски, но посмотри, над головой, превыше лжи, превыше войн, встает Кавказ, как ты, седой и молодой, как ты, и вновь живой водой течет Арас. Но случится умереть, поэт срифмует даже смерть, и голубем бумажным ее запустит в небеса, и не расслышать нам нельзя, как где-то, где горит закат, как сад, как дальняя гроза, шумят поэтов голоса из дней позавчера. Все ближе и ближе звучит, как знакомо в ночной тишине. Широкой страницы твой голос струится, живое кипение мелькающих лет, немеркнущий свет над тобой струится. О нет, распахнулись твои города, весь я твой, навсегда в сыновья тебе, да. Азербайджан, Азербайджан. Yeah.
совершенно, и ваше мероприятие, которое вы
происходит у нас в музее, они бесподобные. И, конечно же, упомянули здесь, что я сам музыкант, но и попросили, чтобы я обращался как посвящение также Самеда сейчас к молодежи. А что я могу сказать? Это для меня большая честь, в первую очередь, что вот мы собрались здесь в честь великого поэта азербайджанского народа, Самеда Гургуна, моего прадеда. А как музыкант я могу вам сказать одно, что вот читать стихи, играть музыку, танцевать, это не имеет никакого значения. Вот любая вот деятельность культурная, деятельность искусства, она требует профессионализма, а это вырабатывается только на сцене. Вот, и я очень рад и очень горд тем, что наша молодежь развивается, наша молодежь выступает совершенно прекрасно. Я вот сидел и получал огромное удовольствие от этих номеров. Что я могу сказать? Большое вам спасибо и желаю всем успехов и творчески, и лично. И спасибо вам огромное еще раз. Благодарю вас. Муршудов Рустам. Ахмед Манармин. Наши взрослые, вот Алина Талыба очень интересно рассказала, то есть память о великом человеке, о великом поэте, она живет с нами и будет жить в веках. Именно поэзия, именно величие, именно значение творчества, оно всегда в памяти народа. И люди такого звучения будут проходить поколение за поколениями, но творчество Самеда Гургуна, как и других писателей, поэтов мирового значения, оно будет всегда с нами. Будем всегда возвращаться к поэзии, мы будем учиться на стихах Самеда Гургуна. И особенно значимо сегодня на нашем творческом празднике присутствуют юные ребята, которые стали победителями проекта книги писателя-юбиляра, который ежегодно проходит площадки нашего русского дома. И сегодня я хочу поблагодарить их за участие, за творчество. И особенно приятно, что сегодня у нас здесь Гургун Бекилов. Он очень скромный человек, давайте. Вот. Он продолжил линию своего прадеда. Это сегодня пианист, у которого большое-большое будущее. И я думаю, что Гургун Бекилов со временем будет засверкать такими же яркими красками, как его великий прадед. Спасибо всем ребятам, которые будьте отзывчивыми, будьте творческими, и тогда у вас славно и очень хорошо сложится ваша жизнь и ваше творчество, и вы выберете правильную профессию и правильно пойдете по жизни. Но самое главное, вы должны быть всегда благодарными. Благодарны своим родителям, благодарны своим педагогам, всем тем, кто вас окружает. И благодарность, она даст вам возможность
жить в мире добрее и счастья. Всего вам доброго. Помните, что вы знаете. Нет, книги. В большом парке, на большом постаменте. Самет в переводе означает вечный. Вургун – влюбленный. Слова Самеда Вургуна были услышаны внуками нами. Они будут услышаны нашими внуками, правнуками. Потому что верят люди вечно в искренность слов. И в влюбленность. Ансамбль «Бенекляр», встречайте. Ученики колледжа музыкального имени Асафа Зейнаула. Благодарим всех вас, ребята, и вы получаете памятные подарки. Я ходил по горам, я глядел меж лугов, в журавлиные очи родных родников, издалека выслушивал шум тростников и ночного аракса замедленный ход. Здесь я дружбу узнал, и любовь, и почет. Можно ли душу из сердца украсть? Никогда. Ты дыхание мое, ты мой хлеб и вода. Предо мной распахнулись твои города. Весь я твой, навсегда в сыновья тебе дам. Азербайджан, Азербайджан.